К другим темам. Новая премия за верность профессии будет присуждаться лучшим работникам сельского хозяйства края. Об этом губернатор Александр Кардин сообщил на встрече с журналистами. Премия учреждена в честь доярок Евдокии Бабич и Анны Дробот. Во время Великой Отечественной войны они сумели перегнать стадо племенных коров из Западной Украины в Алтайский край. Несмотря на все трудности, а иногда и смертельную опасность, они сохранили все стадо. За свой подвиг уже после войны Евдокии Бабич и Анне Дробот были присвоены звания героев социалистического труда. Как эта идея возникла? Конечно, этих замечательных женщин сегодня уже с нами нет, они ушли. Но я думаю, что мы должны сохранить память о них в виде особой премии. Вот в ноябре мы эту премию презентуем на празднование Дня работника сельского хозяйства. Она будет называться «Премия за верность профессии». Премия за верность профессии будет присуждаться ежегодно 5 лучшим работникам сельского хозяйства. Ее размер 125 тысяч рублей. А первые награды сотрудники АПК получат уже в этом году в ноябре на праздновании Дня работника сельского хозяйства.